небесный Мюнхгаузен. О, этот Мюнхгаузен! Он опять заставляет меня тянуть себя из себя. Я уже растянулась от земли до неба, а он все не успокаивается. Теперь пытается дотянуть физическую меня до звезды, до виртуальной, экранной меня. Мне кажется, что я уже превращаюсь в мультяшку себя, как губка Боб. Могу растянуть свое тело, руки, ноги на километры в разные стороны, сворачиваться трубочкой, геометрическими фигурами. Порой мне начинает казаться, что я и есть этот самый Мюнхгаузен. Тот самый. Или просто Мюнх. Небесный Мюнхгаузен,